Зелье увеличения. Лёня, ты не представляешь, какое зелье я нашел. Сейчас, секундочку, я тебе все покажу. Смотри, Лёнь, выйди, пожалуйста. Давай доделывать дела и выходи скорее, потому что эта зелька должна работать на 100%. Владус, показывай зельку. Давай мне абсолютно любой блок, и с помощью этой зельки я его увеличу. Вот, держи, Лёнь. Блок, говорю, давай, ты дурында, любой блок. Ладно, я сам, смотри, мы просто выкопаем сейчас, поставим сюда вот эту земельку. Ну все, ты готов? Нет, 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 не готов. Да почему не готов, Лёнь? Ты меня достал уже. Вот, вот этот блок увеличь. Окей, Лёня, но для начала все должны поставить лайк. Ребят, вы точно это сделали? Потому что блок этот увеличится точно. Раз, два, три. Обалдеть, ребят, смотрите, что происходит с этим блоком. Чё смотришь? Ты что сделал? Чё, блок увеличил, как ты и просил? Я сейчас заплачу. Не-не-не-не-не, не плачь, Лёнь, не плачь, ты чё? Так зрители лайки не все поставили, а блок-то уже увеличился. Ладно, я сделаю это еще раз, только, например, я могу увеличить целый дом. Как тебе такое? Не надо. Зрители не поставят столько лайков. Дом мы с тобой увеличим за 50 тысяч лайков. А сейчас? А что сейчас? Лёнь, не вздумай. Не вздумай придумать какую-то фигню. Одну миллисекунду спустя. Мало, да? Ну да, немножечко маловато будет. 5 минут спустя. Мы сделали кучу новых зелек увеличения. Ну что, Лёнь, давай попробуем сделать это с блоком золотой руды. Раз, два, три. Чего? Слушай, ну чё-то не очень. Ну, Лёнь, а мне нравится, ты посмотри, какой он классный. Так, а если попробуем увеличить динамит? Ребята, надеюсь, вы уже реально поставили лайк. Лёнчик, давай, на счёт три. Раз, два, три. Чё? В смысле, Лёнь, а что стало с этим динамитом? Он не увеличился. Да я вижу, что он не увеличился. Это странно. Хорошо, видимо, эта зелька работает не так, как мы хотели. Ладно, давай попробуем вот с этим деревом. Раз, два, три. Ё-моё, это что еще такое? Лёнь, мне кажется, с этим зельем лучше не играться. Ну, ПЖ! Расскажи, как сделать такое зелье. 35 тысяч лайков и расскажу. А сейчас я возьму еще одну зельку, и мы попробуем... Во-во, давай попробуем стекло увеличить. Как интересно это будет. Давай, раз, два, три. Бросаем. Вау, Лёнь, нифига себе, окошечко получилось. Вау, да я тоже офигел. Если вы, ребята, реально много лайков поставите, мы увеличим каждый блок в Майнкрафте и посмотрим, как именно он увеличится. Вы посмотрите, всегда все делается по-разному. Блин, вообще настроение такое поганое. Почему поганое настроение, Лёнь, что случилось? Да я дом построил, а его то зомбаки, то крипер, то еще кто-то. Да ладно, Лёнь, у меня есть для этого решение. Покажи, где твой дом? Пойдем за мной! Вот он! Ну, Лёнь, обычный дом, да конечно! Он потому что у тебя незащищенный. Вот он, настоящий пельмень! Лёнь, смотри, я знаю, как сделать 100% защиту на такой дом. Даже на такой он будет у тебя просто непробиваемый. Я тоже знаю. Так а что ты тогда не делаешь? У тебя криперы, поэтому его и взрывают, Лёнь. Ну смотри, давай ты мне выдашь этот дом, а я сделаю все как надо. Окей, я сделаю защиту. Иди отсюда. Это все? Угу. Попробуй, зайди. Ну, зашел. И чё? Помоги, Паже, ты лучший. И сервер твой тоже лучший. Согласен, Леонид Андреевич, согласен. Все, давай, выходи из дома. Ananasmine.ru. Зачем ты скинул сервер? Ссылочка на него будет в описании. Согласен, Лёнь. Ссылка будет в описании, вы можете зайти на мой сервак поиграть. Чего? Дом. В смысле, ты мне взял и скинул дом, и я могу его держать в руках? Ну да. Лёнь, ты... Как? Ладно, неважно, если вы поставите лайк, я сейчас защищу этот дом на 100%. Леонид Андреевич, принеси мне книжечку зачарования на прочность. На самую-самую большую прочность, желательно бесконечную. А я пошел найду наковальню. 5 минут спустя. Вот, держи, Владус. Спасибо, Леонид Андреевич. Сначала мы кладем дом вот в эту ячейку. Потом мы кладем чародейскую книгу на защиту 4 во вторую ячейку. Давайте его назовем дом. Лёни, 100% защита. А? Нормально. Все, готово. Дом у нас зачарован. Осталось его только забрать и... Лёнь, все готово. Пойдем проверим. Пошли, Леонид Андреевич. Мне кажется, ты... Ты чё, упал-то? Больно! Вставай, Лёнь, и не прыгай больше на лестницу. Ну реально, пойдем за мной. Ну, пойдем за тобой. А чё ты мне показать-то хочешь? Лёнь, ты сейчас удивишься, насколько твой дом сверхпрочный. Смотри, Лёнчик, устанавливаем твой дом на счет три. Раз, два,
три. Та-дамс! Готовы, Леонид Андреевич? Ну, как тебе, а? Ты! Лень, да что я-то? Как ты это сделал? Ты дом зачаровал, с ума сошел! Да, Лень, нормально все. Смотри, он теперь зато непробиваемый вообще никаким образом. Вот у меня алмазная настоящая кирка. Мы ее берем и, смотрите, вообще никак ни в какую этот дом не пробить. Ни один камень нельзя сломать. Это теперь, можно сказать, бедроковый дом. Ставлю тебе лайк. А если, ребята, вы наберете реально 30 тысяч лайков на этом ролике, то я покажу, как сделать правда такой дом. Все не так просто. В этом лайфхаке есть один секрет. А если вы поставите 30 тысяч лайков, то я попрошу Владуса зачаровать всю деревню. О, Лень, это будет слишком шикарно. Давай пойдем со мной. Я тебе сейчас покажу один большой-большой секрет. Люблю секреты. Смотри, Леонид, это не просто комната. Сейчас прям ты в нее зайдешь. Давай бегом. Ладно, а зачем? Не надо спрашивать, все, стой тут, я тебя, пожалуй, закрою. Давай. Да куда ты идешь? Ладно, все. И вот так, осталось подождать примерно один час. Один час спустя. Ах, хорошо-то как на солнышке. А, стоп. Времени там много уже. Надо проверить, что там с Ленчиком, ничего ли не случилось. Леня, Леонид Андреевич, с тобой все нормально? О, обалдеть, все получилось. Владус, как ты это объяснишь? Лень, ты че, ты, это че за звук такой? Ты че? Лень, ты успокойся, пожалуйста, давай это, свои штучки вот эти убирай. Владус, ты меня превратил в пчелу, теперь я могу генерировать мед бесконечно. Обалдеть, ребята, Леня стал пчелкой. Я не думал, что этот лайфхак сработает. Правда, я сделал один большой-большой секрет. Иначе просто, когда ты построишь комнату из меда вот так вот, ничего не получится. Нужно еще кое-что добавить. Но, ребята, только с помощью ваших лайков я вам расскажу, что это сделать. Лень, давай-ка это, иди отсюда, придешь, как превратишься. Давай. 5 минут спустя. Нам нужна наковальня и очень много пузырьков опыта. Сейчас мы это все сделаем. Чего? Ты что, дурак? Ты что тут звонишь вообще мне? Ну, здравствуйте! Привет, Джордж. Что ты тут делаешь? А это не у вас тут пчела летала огромная? Да, у меня. Да хватит звонить в звонок. Ну, у меня и что? Она меня укусила. А... Да? Правда? Ну, слушай, Джордж, я не знаю, что тебе предложить. Вот, возьми это зелька увеличения, ты можешь сделать все, что угодно. Зачем мне зелька увеличения? У меня и так лицо увеличено. Я обязательно тебя позову, как только Леня придет сюда. Ладно, неважно, в общем, у меня опыта достаточно. Смотрите, что делаем. Кладем сюда. Что тебе надо? Обалдеть. Я увеличился. Поздравляю, и что? Ничего, лицо сильнее болеть стало. После каждой фразы нажимаешь на колокольчик, да? Да, это привычка. Я на Ютубе всегда так делаю. А, кстати, да, на колокольчик. Это хорошая привычка нажимать на колокольчик. Только ты меня достал уже, иди отсюда. А этот колокольчик я сломаю. Ребят, вы лучше на Ютубе нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. Серьезно. Так будет гораздо лучше. Кладем сюда ведро воды. Чародейская книга на огнеупорность. Помещаем ее во второй слот. И у нас получается ведро воды на огнеупорность 4. Да, это очень странно. Вы, наверное, спросите, зачем мне зачарованное ведро? А сейчас-то я вам покажу. Делаем портал в ад, поджигаем портал в ад. Чего? Ты еще кто такой? Я профессор Икс. Если кто-то оступился и сбился с пути, это еще не значит, что он потерян навеки. Он предпочел не нападать снова. Думаю, на его языке это означает спасибо. Ты че... Совсем что ли? Ты... Езжай давай отсюда, да поскорее! Какой нафиг профессор Рикс? Ладно, неважно, мне пора в ад. Идем за мной, ребята! Леня? Владус, стой! Мне понравилось быть пчелой! Ты зачем Джорджа покусал? У него лицо теперь вот такое! А, извините. Смотри, Лень, я зачаровал ведро, и сейчас я его разолью в аду. Го за мной! Да зачем за тобой-то опять? Как ты мне достал, Леонид Андреевич? Во-во-во, давай сюда! Я, правда, не знаю, сработает ли этот лайфхак, но давай попробуем. Я сейчас сюда поставлю ведро воды на счет 3. 1, 2, 3! Обалдеть, Лень. Сработало! Чего?
Ладно, оно полностью работает. Я сам в шоке. Смотрите, мы реально можем потушиться в этой воде. Она настоящая. Ребята, если вы реально поставите 30 тысяч лайков на этот ролик, то я расскажу все секреты лайфхаков в следующем видео. Подпишитесь на канал, чтобы следующее видео не пропустить. Вот здесь кнопка подписаться. Нажмите на нее и посмотрите другие видео на моем канале. Увидимся в следующем ролике. Сдавайся. Ты чё? Лёня. Кирка. Нет, 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 нет.